Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Приехали сегодня с Санькой в разведку, как говорится, в грибную. Если грибов будет немного, то поедем ловить рыбу. Специально пока не ехали в дальние места за грибами. Хотим убедиться, что грибы пошли, что грибы начинаются. И приехали недалеко от города Полоцка, в район озера Суя, и посмотреть здесь грибы. Что будет попадаться, говорят, пошли вроде бы уже молодые боровички и начали попадаться подберезовики с подосиновиками. Вот поэтому мы решили приехать и посмотреть, что есть, чего нету, чтобы уже конкретно поехать, если грибы есть, куда-нибудь подальше, в хорошие грибные места. Ну, если грибов нет, будем ловить рыбу. Взяли с собой спиннинги, поэтому, если будут грибы, значит, видео вышло. И мы что-то собрали. Так что смотрите, не переключайтесь. Надеюсь, что-нибудь да покажем. Такие красавцы уже повылазили. Такой стоит крепышок. Сейчас срежем. В корзинку пойдет. Зашли в такую рощицу. И вот такие вот. Красавцы. Боровичечки. Молоденькие. Молоденькие. Красота. Все, Санька, больше не видно? Ну, три пока. Посмотрим. Это ж видишь? Да, прогресс. Красота. Смотри, как выкручивает. А вот еще. О, еще те не успели. Красота. О, грибочки срезать. И? Увидели вот эти. Вот только повылазили, ребята. Молоденькие. Да. Красавчики. Иногда надо разнообразие. Щуки щуками. Угу. Рыбалка-грибалка. Ну-ка, давай посмотрим, какой. Давай, срезай. О, выкручиваем. Скрипит. Смотри, какой. Ага. Идеальный. Да, красавец. Все. Приступаем к сбору дальше. А здесь кто-то кушает, но он чистый. Ну да, он чистый. Но... В ножке. Ну это ж нормальный. Нормальный. Срезали только этот грибок. Санька повернулся. И еще он такого вот малыша увидел. И я одного малыша чуть не раздавил, но срезал. На видео не снимал. Ох, это тоже прям под ногой оказался. Хороший. О. Вот тут вот в траве. Смотрим. Ну да. Да, свежачок. Молодничок. Слышишь, ага, что звук? Да-да-да. Крепышок, боровичок. Все. Один боровичонок. Молоденький, ну-ка, красивенький. Смотри, какой. Ух. Ага. Ну-ка. Хорошо. О, сидит. О, так и ножка длинная. Ага, красавчик. Красавчик. Есть боровички. Ну, и людей много прошло. Да. Надо внимательно смотреть по такому лесу. Люди прошли, но они очень незаметные. Да. Вот сидят еще есть. Прям в траве. А во. Ну, Саня разгреб траву, и еще один сидит. А мы его сначала даже и не приметили. Не приметили. Вот такие вот красавцы. Угу. Боровичок. Надо еще внимательно смотреть. Еще один боровичок такой толстячок. Маленький, а нога вон какая толстая. Только вылез недавно. Ну-ка выкрутим. Давай. Ну-ка, ну-ка смотри, слушай. Ага. О-хо-хо-хо. Ну, слушай. Хороший. Да. С ладошку такой. О, прям ага. Царь. Пойдем искать дальше. Пока обрезай, срезай, чисть. О. Выкрутили здесь вот этот боровичок. А тут чуть ли ведро не поставили вот на этот боровичок. Вот так вот. С травы не видно их. Ну. Красавец молодой. Да. Еще, друзья,
два молоденьких боровичка-крепыша на толстых ножках. Красавцы, красавцы. Выкрутим. Ух, слушай, не хотят выходить. Крепенькие, молоденькие. Слышно? Ага. Идеальный грибок. Да. Просто идеальный. Крепыш, да, хороший. Прям хруст. Такой вот лес. Перед нами прошли грибники. Посрезали большие боровички. А вот такой вот красавец пропустили. Да и сам, если честно, его не увидел, если б не Саня на ведро рядом стояло. Такой лес, много листвы. Все мельтешит перед глазами. Но самое интересное, что есть на большой, на толстой ножке, а есть такие два вида боровиков. Длинные, да. Хотя лес одинаковый. А лес один, а грибницы разные. Хотя рядышком друг от друга растут. В 5-10 метрах нашли от той кучки. Ну, пойдем сейчас чаек попьем, соберем, разденемся. Да, Саня, надо тебе настраиваться. Будем искать дальше. На позитивный лад. Такие вот. Друзья, подберезовички. Небольшие. Конечно, подберезовик это не боровик. Сейчас я и эти посмотрю, может тоже червивые. Еще один молоденький крепыш. О, какая красота. Грибочки радуют. Так, а не видно было, это я его так раскопал. Ну-ка. Ух ты, какой плотный. Тоже крепенький. Ты посмотри на эту красоту. Ага. А? Ты видишь? Хорошенький, хороший. Обалдеть. Молодой. Прям, только вылезли. Прям вот такой, прям тяжеленький, попробуй. Только попробуй. Вылезли. Ну да, чувствуется вес. И таких красавцев. Были. Пару ведер. О. Было бы круто. Да, чистенький. Хороший. Вон как прячется. Отсюда сразу и не увидишь, пока не подведешь камеру поближе. Ну-ка. Умеют они маскироваться. Маскировка на должном уровне. Вот какой красавец. О, крепышок. Да, хороши. Как арбузы. Побольше бы пока. Ага. Да, но редко попадаются пока что стали. Поначалу вроде нормально нашли, а сейчас как-то меньше. Надо переезжать. Вот да, увидел я наконец-то такого малыша. Сейчас срежем. Посмотрим в округе. Может еще что-нибудь здесь будет. О, ребята, первый подосиновик этого сезона. Так вот тоже спрятался. Сколько мы прошли, это первый. Значит, уже и подосиновички начинают. Но по такой сухости, как у нас, грибы высыпали на пару дней. Через пару дней уже ничего не будет. Угу. Ну, такое тоже опьянение дает. Но я что-то... Какой красавец. Но их мы собирать не будем. Ну, смотрите, какой красивый березовичек. Красота. Красота. Такой лесок. Лесопосадочка. Идем дальше. Чист? О, чистенький. Однако это маленькая точенька есть, но. Нормалюк. Вот такой подберезовичек. Черноголовик нас встречает. Санька там лисички режет. Да.
Ага. Вот. Надо и тут оглядеться. Переехали немножко в другое место. Ну, только зашли. И сразу Санька лисичку нашел. Я под березовик. Вот второй подосиновичек. А Санька там нашел третий. Сейчас к нему подойду. Пока свой проверю, срежу. Оп. Сейчас. Вот такая вот ножка. Сейчас срежем и проверим. Вот, срезал. Чистенький, хороший, красивый подосиновичек. Пойду к Сане. Прогуляюсь. Вот. Я его уже достал из мха. Послал Саню проверить в этот капонер листик. Мне показалось, что подосиновичек. А рядом реально подосиновичек. Тоже такой ну-ка. Красавчик. Ну-ка. Ух. Саня их вырывает, а я срезаю. Ну, грибница же она дальше расположена. Это же очевидно, уже доказано. Да. То есть вреда абсолютно никакого. Есть два типа грибников, которые... Срезают, срезают. Это как я. А есть кто выкручивает. Такие, как ты. И кто прав, кто не прав, все правы. Уже ученые доказали, что грибница она далеко находится так дальше. Да. Вот такие такой красавчики. Вот такой капонер. Сейчас по ним походим, может еще что-нибудь найдем. Обязательно найдем. Вышли с капонера. Санька сразу споткнулся об боровик. Ну-ка. Ну давай, вытягивай. А хотя смотри, столько людей выехало отсюда, пока мы заезжали. О! Ага, красавец. Ну, хорошо, пошел и я искать. Смотри, как. Барачок, да, хороший. И покрупнее, чем там были. Да. А вот. Вот, ребята, боровичок. Ну. Да, так я видел их. Ну. Я ж видел, я просто это снимаю. Вон какое-то животное погрызло. Боровичонок. И вот второй боровичок. Ну вот Саня поперла. Да, немножко лес изменился. И я начал их наконец-то видеть. Вот. В такие вот куширя забрались. Его счастье, друзья, набрел на такую семейку молоденьких боровичков. Признай, что после чая тебя поперло. Да, чай с мухоморами. И вот опять какая-то белка погрызла. Немножко надо забирать. Ну вот, да. И вот смотри, Санька, еще какой маленький растет. Только вылупился. Не, ну конечно. Просто что только вылупился. Завтра будет, вырастет. Так, вот такая семейка. А Санька шел в стороне и нашел вот такого красавца. Там два. Большого. Ну да, тут и второй маленький. Во. Вот как бы это его достать, я бы маленький бы оставил. А хотя не, бы маленький можно забирать. Этот он нормальный. О. На жареночку как раз. О! Хорош. Не факт, что его кто-то здесь найдет, а? А пропасть точно пропадет. Не тогда, тут видно, что они молоденькие, хорошие. Просто этот как-то в длину пошел. Угу. Ну вот, забрели в такие кустики и такая семейка. Это видно одна грибница, Санька. Может быть. О, Санька, грибочки чистит вот, с одного места. Траву. И, друзья, вот еще. Какой красивый. Так он не один там вроде бы, их там два. О, нормально. 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 Клюет, клюет. А? Вот такая сегодня рыбалка-грибалка. Отлично. О. Сейчас поедем еще рыбку половим. Обязательно ну, половим. Все, пойдем искать дальше. Это щука, которая сегодня клюнула, подрастает. Угу. На самом деле. О, с одного места. Все, выключил? Не, с одного места, деляночка такая. Ну да, только что вот два гриба, какая-то белка погрызла. Ну. Так, а что ты там еще что-то нашел? А вон, да, там еще боровичок. А тут надо покрутиться еще. Покрутимся. На этом месте. Опа. Где, давай я тебе срежу. Вот, срежь. А, ну смотри, какой красивый, какой да. Бодренький.
бодренький. Вот, немножко червивый. Срезай. А тут уже и чистенько. Во. И, кстати, друзья, нож. Нож ВВС Российской Федерации. Кому интересно, обзор у меня есть на канале. Очень удобный для грибов и для таких лесных турпоходов. Такие нечистенькие, классные. Да, хороший гриб. Угу. Лайк. Ну, будем искать дальше. Саня, так ты разошелся что-то. Ну-ка, дай. Разгреб кушери эти. Ух ты, какой красивый, молодой такой красавчик. Такой молоденький. Но пока что только один здесь. Так это мы уже штук 10 нашли. Срезал Санин. Повернулся, заглянул в кустики. Ну, такой вот буровичок. Да. Но честно скажем, друзья, еще маловато грибов. Или тут просто перед нами прошло уже очень много людей. Но все равно приятно. Да, да, покрутно. Мы тем более давно уже не общались. Да, давно ни на рыбалку не ездили, никуда. Очень такой хороший повод совместить рыбалку и грибалку. Ага. Ну что, продолжаем дальше? Да. О, красавец. Только прошли. Да, крутимся на одном месте. И вот он один. И вот еще один. Пока сразу больше ничего не видим, но чувствую, что что-то здесь еще есть. Ладно, выключаюсь, пока буду срезать. Как и сказал, друзья, здесь вот я срезал два боровичка. И я чувствовал, что здесь они не все. Вот еще один. И вон еще один. Может быть, если проползу дальше, найду еще что-нибудь. Попробуем. Вон. И Санька нашел боровичок у меня за спиной. То мне как-то стыдно стало, что только ты собираешь. А вон такой мухоморчик. Видишь, смотри, все по классике. Ага, хороший. И мухомор. По классике мухомор, боровик. Да, мухомор. Значит, рядом где-то боровик. Ух ты, чуть его покушал. И сегодня мы уже несколько раз так нарвались. Сейчас заглянем сюда. Вот, друзья, увидел маленькие подберезовички, а этот не заметил и поставил на него ведро. Вот так вот бывает. А повернулся, осмотрелся и увидел еще вот такой вот боровичок. Ходим медленно. И начали попадаться немножко грибы. Ну вот еще один красавец. Утаскивай, Саня. Растет на горочке. Хороший. Ага. Нормальный паренек. Красавец. Вот в низине прошелся я. Нету. Ну, а ты пока а Санька по горочке шел. И парочку нашел. Ну, давай дальше. Пройдемся. Вот, друзья, такой красавец мухомор. И опять срабатывает поговорка, где мухомор, там и боровик. Ну, по крайней мере, у нас так говорят. Если растут мухоморы, значит, рядом обязательно растет боровик. Там, кстати, резали бы. Да, грибы. Там резанные, да. Это кто-то пропустил. Ну вот рядом с мухомором. Ну-ка. О, какой красивый грибочек. Прям. Отличный. Да. Ну все. Расходимся. Намечается хорошая жаронка. Да. А я лисички нашел. Мухоморы. Смотри, лисички, Сань. Если мухоморы, значит где-то боровик. А вон Саня лисичек нашел. А я вон нашел боровик. Вот он. Такой малыш. Где? О! Оп, ух ты! Смотри-ка, как спрятал. Смотри, какой красавчик. Давай тебе. О, какой толстоногий. Ага. Смотри, я выкручу его для тебя. О! Ай, красавец. Ай, беленький. Хороший.
Вот, да, вот только мухомор видим, о, значит сразу видно, видно место. Крутимся вокруг мухомора. Как там видите, находим боровички. Ага. Вот. Маленький мухоморчик. Ничего нет. Там вот, собственно, боровик, да? Да, 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 да. А вон еще что-то растет. А не, это что-то не то. А кто-то вон резал боровики. Где? Вон ножка резаная. Ага. Ты прошел, блин. Я вижу, он лежит, ну. Прошел. Вот маленький. Такая вот у нас грибная разведка сегодня. А вот и Санька нашел подосиновик. Так, ребят. О, какая нога длинная. Ой. Какой паренек. Хорош. Бедненький, да. Да, желтоголовики. А я вот нашел вот такого подосиновичка. Хорошо. Что-то еще красноголовиков пока не видно, но они более поздные. Поздние. Стоит еще тут крутануться. Это маховик. Или подосиновик. Не, маховичок. Два. Покажи маховичка. О, да, маховичок. А ну их тоже пока что еще нету массово. Сильно сухой год у нас, сухо в лесу. Поэтому ходим, ходим, ходим. Ну как прикольно вылез мухомор. Откинул землю и торчит на виду. Я чтобы боровички так торчали. Боровички прячутся, а мухоморы, о, ничего не боятся. Если только сапогом по лицу получит. Ладно, мы его трогать не будем. Пусть растет. Ребята, видео еще не закончено. Дальше будет рыбалка. Походили пару часов. Ну вот сколько собрали, друзья. Конечно, собрали не сильно много, сколько хотелось бы, но для разведки вполне неплохо. Мы убедились, что боровички, подосиновички пошли. Как видите, да и видели видео, они все молоденькие, крепенькие, красивые грибочки. Так что теперь можно уже пробовать ехать на дальняк. Красота. И тут немножко набрали можжевельника для баньки, чтобы заваривать и поливать на камушке. Машина рыбака, смотри, что в багажнике. Да. Машина рыбака, как Саня говорит. Спиннинги, удочки, сумки. Ну и теперь грибы. На этом, друзья, заканчиваю видео. Всех благ вам, вашим близким. До встречи, друзья! Щука? А? Ты не спеши. Что, сошла? А, шнурочек. Шнурочек. Нормально. Разрыбился. Разрыбился. Тут пораскидывали, положили бы. Чем я тебе помогу? Я раскрою ляпку, а ты выделишь. Дай маншет. Она дважды брала, таковала. Да? Угу. Вытянешь? Грамм, сейчас? Грамм 400. А, так, рыб я попросил. Такую отпускай. А? Нефиг ее брать такую. А будешь снимать? Ты снимаешь? Да. Да хай плывет. Давай.
Ну, я сейчас пока на это, на барракудовского ловлю. Тоже неплохая приманка. О, есть там. Это уже, наверное, побольше. Сошла, что ли? Нет. А, нет. Просто к берегу пошла, а? Нет, тоже такая же. Ну, до 400 грамм. Раз, два, три. До 400 грамм. Могу даже... На, взвесь, ради интереса. Да ладно. Не, ну просто, чтоб... Наверное, уже, блядь, месяц или полтора кидаю тут, как ни разу, нахуй. На, взвесь. Что-то взвешивает, маленькое. Ну, просто интересно, ну, грамм... Больше не клюет, нахуй. 300. Да, ну... Не, ну, если на смотря как цепляется, да, ну... Честно. Если там за гланды уже зацепилось, то... Честно, я пожаренной рыбы съел бы. Я бы месяц на рыбе не был. Такую рыбу брать. Ну, эту мы отпустим. Это не серьезно. Саня, подтяни за жабры. Блин. Ну, нифига она. Беленькая надо. Ну, ладно. Работает? А, есть. А удочки чьи? Мои. А ваши? Что-то они что-то на ерунду показывают. Чё ерунду? 70 грамм? Не, ну конечно ерунду. Ты, наверное, потянул до включения. Приподними её. Либра. А, тут либра стоит. Сын, вот КГ давай. Ну, 320 грамм. Не, держи. Ну а что тут вообще по рыбе в последнее время? Глушняк? Мы просто тут уже сколько, месяц не были? Нет, все-таки не было рыбы, и то не рыба. Камера снимает. Мы, в общем, в грибы поехали. Это сегодня тоже 2 часа, наверное, сходил полбираться, не собирался. Не, мы нормально как бы. Ну где? Как у нас? Сань, где конкретно? Я просто здесь... Конкретно где? На Суе. А, ну вот, ну там может. Трофей? Ну, вроде покрупнее, да, покрупнее. Покрупнее. Это уже... Это уже то, что нам надо, Саня. Ну, не супер большая, но это уже... Не надо свечку делать. Да нет, я хочу. Ну, не сильно. Ну, не сильно, но... Грамм 500. Блин. Смысл этот сачок тут, блин, На. Ну, что-то вот тут, смотри, с изоляткой. Только и пиво. А, ну это уже грамм 600. Ну, все-таки я сегодня пожарю щучку, Саня. Да простит меня рыбные боги, но я уже рыбы не ел свежей. Ну, если больше 500 грамм, я тебе разрешаю взять. Если меньше 500 грамм, останешься ты без рыбы. Смотри, покушаем. Какая набойка, Саня? Ну, я думаю, грамм 480, это щучка. Думаешь? Угу. Умненькая. Так, ладно. Включай. У меня включено камеру. Включено? Да не, как? Вот. Здесь. Ну все. Ага. Ну что, готов? Иди сюда. Это свет. Ну сколько, ты ж мне покажешь. 495. 495. Как ты сказал, Настя. Вот так вот. И грибалка, и рыбалка, и грибы, и рыба. Все удовольствия, друзья. Такая вот колебалочка от русской рыбалки. Копия на циклопа 3-го номера.
хотя и здесь гречка тоже игнор, да? Может, с утра я не клевал. Может, не клевал. Осень. У рыбы кормежка может меняться. Малой смотрит твой канал. Да. О, есть. Хорошая? Да, наверное, нет. Сколько? Ну, тоже вот грамм. Кто мне, блин, резину кусает? Грамм 400. Меньше даже. Взвесь? Ничего. Грамм 250. Самая маленькая. Сама упрыгает? Или ты отпустишь? Помоги, давай помогу. Да, вот на такую вот блесну. Пусть плывет. Ну, хоть первая поклевка за день. Ну, поздравляю, все хорошо. Ох, кто мне щипает, да? Ну, так вот она и хватает. Ай-яй-яй. Санчик, ну ты все равно веселее. Где-то ж папа... Ты забыл сказать. Да-да-да. А поклевки злые, да. Ну, я тебе говорю серьезно.